Всем привет! Сегодня будет информативный видеоролик. Сегодня я вам покажу и расскажу, как бороться с проблемой кика, если она у вас вообще возникает. Если не возникает, то в принципе можете не смотреть данное видео. А как вы знаете, когда появляется кик в игре, когда вы используете чит, то в следующий раз в игру вы сможете зайти только через час. Ну точнее спустя час. У меня есть очень крутое решение для вас. Оно очень простое. Также этим решением тоже я пользуюсь очень часто. Так, чисто для подстраховки. Значит, смотрите, что нужно. Мы переходим во вкладку Tools. Также забыл сказать, кстати, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить. Так вот, насчет решения. Значит, смотрите. Заходим во вкладку Tools. И вот самое первое это антикик. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И ждем, пока скачается. Ну, пока начнется установка. Все, он быстро устанавливается. Можем возвращаться обратно. Скачалось у нас приложение. Смотрите, как оно вообще работает. Мы его запускаем. Открывается вот такая панелька. И нужно, чтобы эта панелька у вас работала. Если она работать у вас не будет, то у вас кик будет возникать. Самое главное правило, чтобы эта панелька у вас всегда была открыта. И ее всегда нужно использовать перед тем, как вы хотите заинжектиться, ну, использовать чит. Вот как видите, я ее открыл. Далее. Запускаем чит. Все, вот я чит тоже открыл. Заходим в любую игру. Ну, допустим, давайте я зайду без фарм. И сейчас я еще один прикол покажу, который может случиться. Он, конечно, не всегда случается, но иногда бывает. То есть, смотрите, вот вы зашли в игру. Далее нажали Inject. Ждем, пока загрузится. Вот. И как видите, про что я вам и говорил. Бывает иногда такое, то, что вы нажимаете Inject. И вот это приложение, оно само автоматически закрывается. А это очень плохо. Это приложение всегда должно быть обязательно у вас открыто. То есть за этим нужно следить. Мы его просто заново запускаем. Далее нажимаем еще раз Inject. И по идее оно сейчас закрыться не должно. Да, как видите, сейчас оно не закрылось. Все отлично. И вот таким образом, получается, у вас всегда должно быть открыто это приложение. То есть, если вы не хотите, чтобы у вас возникал кик, то всегда используйте это приложение открытым, чтобы оно у вас всегда было открыто. Потому что, как вы видели, оно могло у вас закрыться автоматически, когда вы нажали Inject. Такое бывает. Не знаю, конечно, с чем это связано, но оно частенько закрывается. Ну и, в принципе, все. Дальше, вот мы заинжектились, и играйте с читом, пользуйтесь на здоровье, и у вас не будет никакого кика, вы про эту проблему полностью забудете. Ну вот такой, в принципе, короткий видеоролик получился, информативный. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и пока.